открывшаяся в четверг в музее Придунавья фотовыставка Федора Сиваченко «Параллели и меридианы» поведала гостям о судьбе теплохода «Айвазовский». История лайнера, яркая, насыщенная, живая, предстала перед зрителями в работах Федора Трофимовича, проработавшего 10 лет на борту фотографом и оператором. На вернисаже присутствовали бывшие работники пароходства, члены экипажа легендарного теплохода, в их числе капитаны разных периодов – Иван Дребноход и Евгений Крючкович. После коротких речей вниманию гостей был предложен документальный фильм, снятый Федором Сиваченко и смонтированный Сергеем Роткиным. В зале ощущалась сплоченность и всеобщая причастность к тому незабываемому, что стало уже историей. К тому, о чем попытался рассказать с помощью света и тени мастер высокого класса, фотокорреспондент газеты «Дунаец» Федор Сиваченко. Фотовыставка «Параллели и меридианы» пробудет в музее Придунавья месяц. В любое время можно прийти сюда, чтобы отправиться в головокружительный круиз по морям и странам. Круиз, который через свой объектив показал автор и который благодаря его романтичной душе, настойчивости и творческой неуспокоенности отныне вернулся из небытия. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».